Re! Viss ēters ir te! Уроки у первоклашек и второклашек отменяются. По крайней мере, очно сегодня правительство решило не возвращать за парты детей, хотя еще во вторник, среду и четверг собиралось. Министр образования даже пресс-конференцию давала, чтобы объяснить все нюансы уроков, которые так и не состоятся. Сейчас я прошу прощения у каждого, кто уже был готов к очному обучению. Если бы это было только в моих силах, то я бы не уступила свою позицию. Но, к сожалению, я не могу повлиять на общее поведение общества. И общие эпидемиологические показатели в эти дни не снижались, а наоборот росли. Министр пообещала совместно с экспертами из Минздрава разработать условия для возобновления очного образования по региональному принципу. То есть в тех краях, где заболеваемость COVID-19 низка, дети могли бы вернуться за парты. Какие классы и в каких регионах первыми смогут снова встретиться и прийти в школы, специалисты собираются определить уже на следующей неделе. Отметим также, очные индивидуальные консультации для учащихся всех возрастных групп все же будут доступны уже с понедельника. Попасть на очное занятие к учителю один на один смогут дети с проблемами в учебе или с технической стороной удаленки, а также учащиеся, кому необходима психоэмоциональная поддержка.